Делать то, что доставляет удовольствие, значит быть свободным. Подумай, как трудно изменить себя самого, и ты поймешь, сколь ничтожны твои возможности изменить других. Сколько глупых вещей говорят люди, только из желания сказать что-либо. Человек чего-то стоит только тогда, когда он имеет свою собственную точку зрения. Религия заключается в добре, а не в жалкой теологической болтовне. Суди о человеке больше по его вопросам, чем по его ответам. Мы никогда не живем, мы лишь надеемся, что будем жить. Утром я составляю планы, а днем делаю глупости. Осмельтесь мыслить самостоятельно. Человек должен мечтать, чтобы видеть смысл жизни. Свобода — это не то, что вам дали, это то, что у вас нельзя отнять. Торжество разума состоит в умении уживаться с людьми, оного не имеющими. Сила женщин в слабостях мужчин. Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Было бы разумно, вместо того, чтобы сердиться на окружающий мир, обрести в себе мужество действовать. Глуп тот человек, который остается всегда неизменным. Выдать чужой секрет – предательство, выдать свой – глупость. Все рассуждения мужчин не стоят одного чувства женщины. Главное – ладить с самим собой. Счастье всегда прилетает на крыльях, а уходит на костылях. Не бедность невыносима, а презрение. Я могу обходиться без всего, но я не хочу, чтобы об этом знали. Лучше поздно, чем плохо. Ты не можешь взять на себя ответственность за всех, с кем сталкивает тебя судьба. Если какой-то человек не может быть счастливым, общаясь с тобой, нет смысла тратить свои душевные силы в попытке изменить его или разрешить его проблемы. Есть много других людей, которым ты сумеешь подарить радость и счастье, сам наслаждаясь их обществом. Если любовная связь не приносит тебе удовлетворения, не цепляйся за нее. Никогда не бывает больших дел без больших трудностей. Когда слушающий не понимает говорящего, а говорящий не знает, что он имеет в виду, это философия. Слова нам нужны, чтобы прятать наши мысли.
нельзя иметь верного понятия о том, что не испытано. Все почести этого мира не стоят одного хорошего друга. Труд избавляет человека от трех главных зол – скуки, порока и нужды. Гордость людей низких состоит в том, чтобы постоянно говорить о самом себе, людей же высших, чтобы вовсе о себе не говорить. Все противоположности сходятся в сердце женщины. Многочисленность законов в государстве есть то же, что большое число лекарей, признак болезни и бессилия. Бог вовсе не должен страдать из-за тупости своего священника. Большинство людей умирает, так и не поживши. Остроумное высказывание ровным счетом ничего не доказывает. Что люди получают, не выражая благодарности, чем пользуются без раздумия, что передают другим в беспамятстве и теряют, сами того не замечая? Жизнь. Пользуйтесь, но не злоупотребляйте. Таково правило мудрости. Ни воздержание, ни излишество не дают счастья. Если дама говорит «нет», это значит «может быть». Если она говорит «может быть», это значит «да». Если она говорит «да», это не дамма. Объясненная шутка перестает быть шуткой. Предрассудки – разум глупцов. Смотреть в будущее лучше, чем мечтать о прошлом. Человек создан для действия. Не действовать и не существовать для человека – одно и то же. Читая в первый раз хорошую книгу, мы испытываем то же чувство, как при приобретении нового друга. Вновь прочитать уже читанную книгу – значит вновь увидеть старого друга. История – это ложь, с которой все согласны. Люди никогда не испытывают угрызений совести от поступков, ставших у них обычаем. Развод столь же стар, как и брак, хотя, впрочем, брак на несколько недель древнее. Случай – это ничто. Случая не существует. Мы назвали так действие, причину которого мы не понимаем. Нет действия без причины, нет существования без оснований существовать.